Минут 5 варились наши фрикадельки, отправляем туда картошку. У нас одна картошина была здесь и лук. Овощи уже сварились, лучок с картошкой. Закидываем крапиву, столько мы набрали. Мне надо чуть-чуть поварить, наверное. Супчик будет густой, наваристый. А закрываем крышкой. Буквально 5-7 минут варим крапиву и дальше добавляем яйца. Яйца добавляем так, что помешиваем суп и льем. Суп сразу же на ощупь стал гуще. Вот так вот. Закрываем крышкой и еще минут 5 варим. Крапивный суп мы уже в избушке готовим 3-й год подряд. Это уже традиция. Многие об этом знают, кто нас смотрит уже очень давно. Каждый год обязательно без крапивного супа мы не обходимся. Супчик уже готов. Готовили супа немного, чтобы чисто на вечер перекусить.
то, чтобы не обжираться, целый казан не готовить. Так, по тарелочке скушали. Супец получился вкусный, наваристый. Очень много гущи, хоть мы и использовали всего одну картошину. Лучок, фарш и крапиву порешали. Ну, традиционный супец готов. Лето, значит, началось. Крапивка пошла. Всем приятного аппетита. Всем приятного. Обязательно, друзья, попробуйте, приготовьте супчик. Очень вкусно. И напишите мнение в комментариях. Обязательно. Зачетник. Обрабатываем только внутреннюю часть рубанком, а эту часть мы будем обжигать газовой горелкой. Как говорят у нас в Удмуртии, комар носа не подточит. А может и везде так говорят. У нас здесь неровности. В прошлый раз я когда распиливал эти доски, распилил криво. И сейчас вот будем вот эти части убирать, равнять доски.
теперь надо делать этот, все одного размера. По маленькой будем отмечать. Это самая маленькая 68,7. Все, доски мы уже обработали. Сейчас начнем сборку. Блин. Чуть-чуть, да? Давай доску другую, да, посмотрим. Давай. Самую узкую. Вот эту. Во! Сань, нашел. Ровно 60 получается. У нас не хватает досок для всех стенок. Хватает на две стенки. Это получается, вот тут у нас три доски и тут две доски. Тут у нас придется распиливать вот эту часть, чтобы была стенка хорошая. И еще придется пилить доски. Распиливать, точнее. Две большие стенки готовы, осталось собрать, и еще нужна одна стена, дно и крышка.
Все, эти две доски готовы. Все, в общем, доски готовы уже. И сейчас будем скреплять. Нужны вот такие брусочки, чтобы их скрепить, как мы скрепляли ловушки. Уже отмерили все. Саня уже закручивает. И будем пилить. По 2 сантиметра будут у нас брусочки. Давай займем уже с этой стороны, закрути. Угу. Одна стена есть. Да. Давай сразу же вторую. Две стенки уже у нас готовы. Сейчас будем делать еще маленькие. Все, еще одна стенка готова. Ну вот такой короб, как думаете, небольшой мы сделали, 70 сантиметров. Ну доставать, мне кажется, удобно будет, но это тоже в полу все будет. Такой здоровый короб. Да, осталось закрутить. Маленькие саморезы закончились. Будем закручивать вот такие. Не знаю, посмотрим, треснет, не треснет вообще. Есть ли смысл их закручивать? Мне кажется, треснет. Но попытка не пытка. Главное не запороть. Ну, совсем немного трещина пошла, но это совсем немного. Все равно будет ее со всех сторон давить земля еще, так что ничего страшного, я думаю. Делать так, что все вот эти
бруски были внутри. Но так выходит, что доска кривая, а тут почти палец лазит у нас. И вот решение перевернуть ее вот так вот. И тогда никакой щели нету практически. Есть небольшая, но не такая большая, как с другой стороны. А здесь не треснуло. Отлично. Еще одна готова. Немного треснула опять вот здесь вот. Но еще раз повторюсь, это все зажмет еще землей. Вот таким макаром ящик уже готов. Вот так вот пока что получается. Вот этот я не до конца закрутил, не идет. Вот сучок, поэтому не идет. Сейчас нужно сделать крышку и дно. И у нас начался опять дождь. Кстати, вот те деревья за 3 года очень хорошо так выросли. Вот смотрите, какой этот лес уже стал. Большой, здоровый. Мы сюда приходили, он совсем был маленький. Наверное, примером вот такой вот был. Как вот эта елочка. Сейчас прям вообще они здоровые уже вымахали. Еще немного и скоро закроется вот эта вся часть задняя. И избушку нашу видно не будет издалека. А ее издалека видно. Там вот есть площадка такая большая, и вот оттуда видно. Вот эти доски тоже пойдут сюда, на дно, на крышку. Сейчас их нужно прокромить и укоротить. Вот и дно готово. Вот такой улей сделать. Что думаешь? Здоровый, как я думаю. Прикольно же. Так, может, уже это под улей. Вот прям полноценный улей, посмотри. Да большой это для улья. Прям вообще здоровый. Закончил обжиг одной стороны, сейчас приступаю ко второй. Прямо до углей прокалил все.
Выглядит так-то прикольно, в общем. Все, приступаем ко второй стороне. Мишаня уже почти закончил крышку. Это пока что просто приложили, посмотреть, как будет выглядеть. Сейчас будем прикручивать. Вот такие дела. Заметил такой факт. У досок, которые пилил Миша, у них меньше неровностей, а которые я пилил на пилораме, там прямо впуклости и выпуклости очень большие. Мы думаем, что это из-за того, что у нас неправильная заточка цепи, не для продольного пила. Наверное, это связано с этим. Вторую часть холодильника почти закончил обжигать. Буквально остались последние штрихи. Это у нас дно. Дно нужно обработать хорошенько. Пока обрабатывали горелкой, пошли трещины, но трещины незначительные. Это все закручено саморезами. Вот такой вот большой черный ящик у нас получился. Крышку пока что сделали, не прикрутили. Оставили это для следующей серии, потому что в этой мы не успеваем, к сожалению. Мой здоровый такой ящик. А? Угу. Но много туда всего влезет. Угу. Друзья, еще пишите ваши комментарии по поводу, как можно сделать из этого реальный холодильник, чтобы там был реальный холод, постоянная температура. Один человек писал в комментариях, что можно закинуть в яму под холодильник опилки со снегом и говорит, прям на протяжении всего лета будет холод. Не знаю, так это или не так. У нас снег уже везде растаял. Не успели это мы протестировать. Сделали вот большой черный ящик. Друзья, 100% будут много вопросов по поводу Хьюги. Где Хьюга? Куда он делся? Вроде был с нами и тот раз пропал. Короче, мы вчера вечером ездили домой за картошкой. Пока ездили, Хьюга убежал с Мишаней и в итоге остался дома. Не пришел. Очень странно это для него, но тем не менее. Мы уже почти все закончили. Холодильник хотели сделать уже полностью в этом ролике, но не получается, потому что уже вечер. Нужно ехать домой. Дома тоже есть дела. Пока что полностью собрали ящик, обожгли, а установим уже, наверное, в следующей серии. Ну и, соответственно, в следующей серии уже будем устанавливать, наверное, ловушки на пчел. Друзья, если вам понравился ролик, обязательно заряжайте лайки, подписывайтесь, конечно же, на канал, делитесь видосиком, подписывайтесь на все наши соцсети, которые будут в описании. Там списочек нормальный такой уже собрался. Всем пока, друзья, и давайте до новых встреч. Всем пока.